Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монг, и мы продолжаем проходить мод сталкера Lost Alpha. Так, в прошлой серии мы, короче, нашли неожиданно шустрого, хотя я вообще не знал, где его искать, чисто случайно нашел. Он был в подземном бункере, запертый полтергейстом. А также вынесли военных вот на этой дороге через разрушенный мост. Надеюсь, теперь они нам не будут досаждать. И, короче, сейчас мы идем к Сидоровичу. Рассказать ему о том, что мы нашли Шустрого. Нифига. А, это новые, блин. Я думал, это те трупы кабанов там до сих пор валяются, а там уже новая стая образовала. Внезапно так. Ну и хрен с ними. Еще мы нашли... Ух ты ж мать твою! А ну идите нахрен отсюда, шавки. Так, здесь где-то аномалия, блин, есть. Что у меня с выносливостью? А, у меня перегруз, походу. Выносливость не восстанавливается, когда идешь. Вертолет меня этот раздражает, постоянно тут летает. Хотя хрен бы с ним, да? Главное, нам он ничего не делает. Да, у меня перевес, я там калаши тащу. И два ружья. Не знаю, получится ли калаши починить. Как-то странно, да? Оружие в плохом состоянии, что даже... Техник не может его починить, блин. А я уже говорил в прошлой серии, а как эти-то с этого оружия стреляют, блин? Если оно до такого состояния сломано. Не по идее с него стрелять-то не должны. Да ладно. Что есть, то есть. Так, давай убираем куколку нашу. Опа. Не понял. А, немного ошибся подвалом. Их тут два. Так, а чё я сюда иду? Я к лису иду. Тут только апгрейд можно делать, продавать-то ничего нельзя. Чё, ты сможешь его починить? Где у нас ремонт написан? Так-то, наверное, надо один починить. Еще пестик вот такой нашел с глушителем. Блин, денег нет, нифига вообще. А где написано, сколько будет стоить ремонт? Чуть не... А, стоимость 603 рубля. Блять, ремонтировать нет. Оружие что такие прям это. Ремонту не подлежать, что ли? Я бы вот вертикалочку бы хотел. Слишком в плохом состоянии, блин. Да ну как так-то? Ладно, давай-ка. А, вот у нас еще что есть. СКС. В принципе, бы все отремонтировать. Ох, нихера себе. Вот это да. Лады, пока обойдемся. Тогда давай калаш отремонтируем один. Второй продадим. Попытаемся продать. Ружья оба я оставлю. Оба ружья. Потом, как денег подкопим. А чё, мы их не можем отремонтировать все равно. Но я их один хрен оставлю, мало ли. Пригодятся.
А Брест-то хорош, но он хорош на ближних дистанциях. А вот на дальних как раз-таки ружье бы ништяк палило. Блин, жалко, что они в таком состоянии плохом. Вернулся. А Шустрого что, типа, я тебя привел? Нормально, ты мне ничего не скажешь? Купишь у меня вот его? Бля, всего 340 рублей, ну так, если округлить. А это он даже и брать не хочет, короче. Вот это он еще может взять? За дешево. Я не знаю, какое ружье оставил. Оба оставлю, бля. Пусть будет. Так. Блин. 50 килограмм у нас всякого барахла. Возьми еще вот это. Что тебе еще продать? Гармошку, может, купишь? Хотя, может быть, ее кому-нибудь отдать надо будет. А, у нас еще вот пистолет есть. Форд 12. Мы его тоже оставим. Ну все, в принципе, тогда продавать-то больше нечего. На, покупай. Что-то все так дешево стоит, блин. Ничего не это. Не купить, блин, ни ПНВ слепотамны. ПНВ 01 вампир. Нихера, 9 косарей стоит, блин. Детектор, блядь, вообще 12 тысяч. Да где мне таких денег-то взять? Короче, мы когда ящик не смогли украсть у военных, теперь опять вот это вот надо у него спросить. Тогда оно опять это появится. Ну, задание вправду есть. Вот только я не могу его тебе доверить. У тебя уже были стычки с военными, а мне лишнего внимания привлекать неохота. А что, сразу сказать не мог? Да, только время из-за тебя потратил. Пошел ты, блин. Так, а о чем мне его спросить? Да и не, мне это нахрен не надо. Бывай, короче. Опа. Выброс. А, пси-шторм. Ага, вовремя мы сюда зашли. Так, что делаем? Скидываем вот это. Не знаю, вот это вот может тоже скинуть, калаш оставить. Вот это скидываем. Патроны от него скидываем. Пистолеты, пистолеты. Пистолет пока скидываем. Этот, в принципе, не сильно поврежденный. Но, блин, вес падал. 39 килограмм из 42. А что в сколько, значит, 57 килограмм? Я 57 могу тащить или 42, не понимаю пока. Та-ра-та-та-та, дополнительный вес плюс 3. Давай его пока тоже здесь оставим, артефакт наш. Что еще скинуть? 15 банок тушенки мне. Давай-ка поскидываем, оставим вот штучки 2. Кукурузы тоже 2 оставим. Это сожрем. Колбаса, хлеб. Ну вот, уже 33 килограмма, в принципе. В принципе, уже можно жить. Так, это что у нас? Против радиации. Нормально. Аптечка. Аптечка немного-то и весит. Так, ну, в принципе, все. А что нам с этими КПК делать?
ПК Гришка и болит. Выбрось. Продать их, что ли, или что? Их можно продать? Нет. Ах, нифига там, пси-шторм разыгрался. Что притащил? Иди-ка сюда. Блин, стоит их продавать или нет, я не знаю. Что-то дешево он за них берет. Не, пока. Пока не будем этого делать. Скоро ж там этот шторм-то кончится, а? А то заняться нечем. Что у нас по заданиям? Узнать у Серого о стрелке. Так. Сказать торговцу, почему он у меня не спрашивает про это. Странно, какому торговцу то рассказать? Сюда тоже можно складывать что-нибудь. Я что-то ни хрена не понял. Рассказать торговцу. Ну, так я у торговца-то и есть. А что такое? Почему он про Шустрого не спрашивает? И я ему сказать не могу. Странная хрень какая-то мне творится. Ну ладно мне, черт с тобой. Сидорович попросил меня найти очередного связного, говорит, последний раз на кордоне после пересечения железнодорожной насыпи. Бак, что ли? Да спасибо. Какого хрена ты не спрашиваешь меня про своего гребаного торговца? Уж этот пестик взять с глушителем пока что. И калашек возьмем. АКС-74, АКСУ. Да, как раз патроны для него маловато. Патронов-то тут, ё-моё. Да уж. Пошли, короче, обратно. Нам в ту сторону, к мосту двигаться. Не, всё-таки странно, почему он не спрашивает меня про Шустрого. Вроде уже добежал до сюда. Хрень какая-то, блин. Задание, короче, повисло и висит. Зарядиться не хочешь? Угу. Хотя пули тратить, блин, автоматные. Ну и нафиг. Очень уж тут ресурсов мало. И денег мало. Всего, короче, мало. Под мостом кто-то, что ли? Надеюсь, это не Шустрый. Шустрый же ушел. Или ни хрена, может, он просто не дошел? Да не может быть. Кто это? А вот он, блин. Ну вроде выбрались. Будут Сидоровичу хорошие новости. Он переживал за тебя сильно. Ты серьезно поверил старому хурчу, что он волнуется за меня? Да деньги его только интересуют, а человеческие жизни так, расходник. Да, я, может, для него и важнее остальных сталкеров, которых он отправлял на работу.
Но это только потому, что я всегда выполняю его поручения до конца. Такую задницу меня иной раз вечно отправляет, что вспоминать потом страшно. И тем не менее, отправил же он меня на твои поиски. Ему нужны результаты его последнего поручения, не больше. Сути задания тебе не раскрою, скажу только, что я выкрал много информации у военных. И так по мелочи. Взломал не один компьютер. Да ты хакер, блин. Перец, Паша, однажды мы расставим здесь все на свои места, наведем здесь порядок. Не просто расчистим эти места, чтобы они стали пригодны для жизни, а наведем настоящий порядок. Здесь будет маленькая идеальная страна, как Ватикан, только с радиацией. Ты кто такой вообще, Перец, Паша, блин? Так, чего ж тогда не перестанешь работать на него? Ну, это не твое дело, ясно? Думаешь, я хочу? Ситуации в жизни бывают разные, выбора у меня просто нет. Денег больше, чем он платит, я найти тут не смогу. Мог бы доставать редкие артефакты, не зря же тебя Шустрым прозвали. Или в наемники пойти, например. С аномалиями у меня большие проблемы, я их не чувствую. Хожу строго по детектору, даже банальный трамплин за сотню метров обхожу. А убивать людей просто из-за денег я вообще никогда не встану. Правда, есть у меня одна давняя задумка, но одному мне точно не справиться. Что-то типа своего дела? Ага, бизнес, блин. Можно и так сказать. Давай так, ты иди докладывай Сидоровичу, что я жив-здоров, а я пойду отосплюсь немного. Потом как-нибудь подходи ко мне, обсудим кое-какой бизнес-план. Хорошо, только ты не влипни опять по дороге. Да ёкарный бабай, это мне с ним поговорить надо было, потом только к Сидоровичу переться, бля. Я чё-то задолбался, на одном месте стою, туда-сюда, блин, бегаю, бля. То к Сидоровичу, то к этому мосту, блин. И дальше моста не продвигаюсь. Ну надо уже закончить это дельце, бля. Эй, грёбаные псы. Пошли вон! Заряжай быстрее! Чё за обрез такой никчемный, блин? Каких-то собак не может завалить, блин. С двух выстрелов-то должен их складывать. Не, ни хрена, блин. А это у меня дробь заряжена. А это чё? Картечь. Понятно, блин, что ничего не понятно. Ладно, хрен с ними. Пошли к Сидоровичу. Скажем ему про Шустрого. И пойдем уже по тому заданию. По дальнему. Так сказать. Да блин, грёбаные коряги. Чё-то реально бегаем только тут. Ну чё, блин? Старик. Я выполнил задание. Шустрый в безопасном месте, жив и здоров. Впрочем, насчет здоров я не уверен. Сам у него спросишь потом. Ага, очень смешно. Я уже в курсе, что Шустрый в лагере. Спасибо тебе за помощь, Меченый. Как обычно, вот награда за выполнение. До встречи. О, он мне АКС-74 удал. Ну-ка, ну-ка. У меня есть уже, блин. Чё, блин, козёл старый, блядь? Смеёшься, что ли, блядь? Он же это... Почти, блин, сломан. Я охренею. Может, продать ему его обратно, блядь? Нахер он мне нужен, реально? А, блин, а где у меня... Подожди, а где у меня мой автомат? А, вон два штуки написано.
чуть не понял ни хера. А, вот этот у меня сейчас экипирован. Да, блин, покупай. Все, до свидос. Ишь ты хитрый какой, козел, а. Давай ружьишко возьмем. А это разрядим. Попробуем с ружья пострелять. Его клинить, конечно, будет. Так хрен знает что. А может, он и вообще стрелять не будет даже. Да, вон оно прям поломано конкретно. Так, ну если что, у нас есть калаш и этот пистолет. Пошли. Уходим. Пора уже дальше продвигаться. Не, оно реально сильно сломано. Надо было тот брать. То ружье, оно хоть это. Стрелять, наверное, может. Это, наверное, нихера не может. Ну-ка. Да не стреляет вроде бы. Ну ладно, посмотрим. Пачки. Псину кто-то завалил. Так, что нам, думаю, можно прям через мост идти. Кстати, блин, давно не сохранялся. А это здесь непростительно. Туманец такой. Какое время, блин? 11 час утра только. И как тут эти еще артефакты бы подобывать? На карте аномалии не отмечены нифига. Так что ли, самому рыскать? Ну ладно, потом разберемся. В процессе поймем. Вообще будет прикольно, если там опять военные такие. Оба-на! Стоять! Иди сюда! Да не, вон они валяются. Блин, вот того чувака, блин, ружье куда-то упало, блин. Где-то оно там, наверное, валяется. Ну да ладно. Пусть валяется. У нас, в принципе, есть одно ружье. На него, может, прицел на... можно будет на это приставить. Что там нам еще? 500 метров? Так это до перехода только. Болото, блин. Болото опасная штука, могут кровососы бегать. Вроде нет никого. Блять, опять перевес, что ли? Я не понял, бля. Нет, перевеса нет. А в чем дело-то? Почему выносливость не восстанавливается, когда идешь? Восстанавливаешь же. Странно, блин. Все очень странно. Опачки. Тут радиация. Как пройти? Чисто по дороге, что ли? Какая хрень висит. Иди нахер! Здесь, блин, перематывается, блин, ружье убирает. Ну, оружие. С оружием в руках не перематывается. Реально гребаная. Это аномалия. Или что это, полтергейст? Что это за херня?
Короче, в этом моде реалистичность, походу, так сделана. Что просто так не перемотаешься, блин. Не забинтуешься. Кто свистит? Сталкер, ты находишься на военной территории. Не сворачивай с дороги, иначе отправишься на тот свет. Чё? А пройти можно, ребят? Не сворачивай, говорит, с дороги, бля. Здрасте. К кому мне обратиться? Я слушаю. Ты можешь интересного рассказать? Недавно штаб понял, что солдаты и срочники не подходят для проведения операции в зоне. И отдал приказ о том, чтобы в зону отправляли только ветеранов боевых действий с опытом службы и в возрасте более 40 лет. Интересно, где они найдут столько ветеранов, чтобы заменить весь молодняк? Ну, я пошел тогда, ладно. Не сворачивай, говорит, с дороги, блин. А чё там? Мины, что ли, или чё? Можно с тобой побазарить? Я слушаю. Говорил я ему не идти в тот поход в одиночку. Теперь он мертв. Зона, чтоб тебя. Когда же ты нажрёшься? Кто? Ну да ладно. Главное пройти далее. Больше мне нафиг ничего не надо. Что там долго еще идти-то, блин? Вроде недолго осталось. То есть немного. В КамАЗе ничего нету. Вроде больше нет ничего. Банка. Баночка кукурузы. Блин, не залезь никак. Ты поступил мудро, сталкер. Удачи. Хорошо. Вы там собак пока постреляйте. Я дальше побежал. Где патронов набрать, блин? Так, чтоб прям... Нормально патронов было для калаша. Ух, нихера тут, блин, радиация. Хренач. Есть что в автобусе? Нихрена тут нет. Жаль. Так, ну сейчас будем переходить в другую локацию, так скажем. Территорию. Да, перейти. Конечно, перейти. Загружается она, конечно, блин, долго вообще
Да, блин, загрузочка долгая, конечно, была. А, ни хрена себе, еще километр херачить, блин. Жесть вообще. Че это? Ох, блин, как далеко идти-то, а? Капец. Просто жесть. Просто жесть, ребят. Очень далеко идти. И здесь, когда очень далеко идти, еще можно попасть куда-нибудь. О, я же говорю, бля. Блять, обойти их, что ли? Патронов мало, так-то можно было, конечно, постреляться с ними. Да, мать вашу, чё вам надо? Идите нахрен, а? Разживусь патронами, потом, блин, всех вас тут перебью. А пока что... Ответить на призыв о помощи. Слушай, сталкер, нам срочно нужна помощь с одной проблемой. Ну давай, блин, помогу, чем смогу. Если смогу, конечно. С моей снарягой, знаете, ребята, мне самому помощь нужна в большинстве случаев, блин. Чё вы, где вы? Чё тут такое? Юкарный бабай, чё за херня тут, блядь? Я слушаю. Да я тебя слушаю, блин. Я получил твое сообщение, что тут за проблема? Снайпер тут один, угнездился на мосту, который дальше по дороге. Отстреливает всех, кто мимо проходит. И вот же гад не промахивается. Чем я вам помогу? У меня снайперки нет, я карабин выложил. И как от этого снайпера можно избавиться? Застрелить его, ясно дело. Проблема заключается в том, что нужно занять подходящую точку. Да и оружие нужно нормальное. В деревне, что прямо по курсу, есть дом зеленый, в нем автомат лежит. Если прокрадешься к уроду поближе, укрываясь за хламом, то сможешь сделать точный выстрел и снять его. Блин. Давай попробуем. В деревне, говорит, дом зеленый есть. Да вот это деревня, что ли? Ты чё? А, вон она где, ага. А тут снайпер, блядь. Ну чё? Пойдем, блин, в деревню за автоматом. Я у нас есть уже автомат. У меня на это задание наведено. Не на это, блин. Убить снайпера. Вот так вот. А что это такое? Это свалка или нет? Или так просто? Просто на свалке инструменты должны быть. Нам же надо... Блять, аномалия. Вовремя заметил. Дайте залезть мне на этот тепловоз. Залезть-то залез, а пройти не могу. Блять, сейчас еще и не выберусь отсюда. И тут радиация, блин. Так, сохраняемся. Разговаривает. Там кто-то. А что это у нас такое?
разваленная. Тут сообщение, блин, прислал. Добрый вечер, мне. Добрый. Потом отвечу вам. Так, что там, блин, где эта деревня, блин, где этот дом? Вот моя деревня, вот мой дом родной, блин. Свалка, блин. Тут на какой-то свалке инструменты должны быть. Вот и дом зеленый, блин, в сортир. В сортир я пока не хочу. А вот в дом хочу. Где вход, блин? Томат лежит. Ну и чё? Ага. Хрена себе, блин, снять снайпера. Если, говорит, подкрадешься за холмом. С чего этот снайпер стреляет, блин? Из ружья, что ли? Это патрончики сразу. Флешечка. Отсечка по 3 патрона, что там, блин. Здесь кто-то спал, да. Окочурился. Что за? Чё они все сломанные, блин, и понять не могу, блядь, реально. Блин, у меня перевес теперь жуткий или чё? Радиация, блин. Охреначился. Давай сожрём одну. Воды попьем. Хера себе, что-то я не понял. А что меня так торкнуло-то, блядь, от чего? Чуть не сдох, блин. От чего, не, ни хера не понимаю. Вообще надо глаз да глаз за всем. На крыше ничего нету, блин. Вот, есть. Серьезно, блядь? Пустой рюкзачок? Вы чё, блин? Что-то у меня таблеток от радиации не так уж и много. А еще птичку захаваю. А где им? Чем меня так приколбасило-то? Я что-то даже не понял ни хрена. Чуть жизни не лишился, блин. Даже и главное не заметил, блин. Думаю, что он пыхтит? Тяжело, что ли? Там, оказывается, уже жизнь с гульки нос, блин, оставалась. Нормально, блин. Так, снайпер у нас там, да? Сюда никак не попасть. Нет, наверное. С той стороны еще посмотрим быстренько. Ага, вон он там. Так, как к нему? Я хочу сзади к нему зайти. Там сзади над мостом. Опа. Чё? На какой ты дороге, блин? Подожди, чувак. Мне тут надо грохнуть кое-кого. А потом, может, и тебе помогу. Ну, если ты, конечно, чужих будешь. Ты уж извини. Я тебя тут не вижу, во-первых. Ты где-то далеко. Что-то как-то пустовато, блин. Ничего нету. Нигде ничего нету. Даже в рюкзаке ни хрена не было. Это ж как бы тайник был, правильно? А я туда не подымусь, короче. Ага, ну да-да. Так бы хитро, конечно, это все было.
Так, надо к нему как-то вот здесь вот подкрасться. Сохранимся еще разок. Он же сказал со стороны холма, типа. Что-то они похожи, блин, внешне. Собака, блядь, спалит же. С какого расстояния в него шмальнуть надо? Вот в чем вопрос. Он еще не сдох. Теперь сдох, блин. Ты наделал в нем дырок, ребята этого не забудут. Вообще сломанная, что ли? Блин, у меня еще перевес будет. Хотя нет, еще. Еще не будет. Ну-ка. Ничего не пойму. Здесь нет такого повреждения. Ну ладно, одно продадим. Так, я ничего не выбросил. Не, ничего не выбросил. Все, козел. Никому ты больше. Где ты там возле дороги, блин? Не знаю, не вижу никого. Пошли за награды, короче, блин. Я здесь, возле дороги, блин, где куча мусора. Хер тебя знает, я тебя там не вижу, дружище, честное слово. Ты уж извини, блин. Возле насосной станции, блин. Ладно, короче. Я там не видел никого. Пошли награду заберем. И продолжим путь наш дальнейший. Что интересно, дадут бабла? Если ты на дороге возле... Где свалка и насосная станция? Может, здесь где-то? Точно, наверное. О, бандосы его окружили. Да, самоуверенно я, конечно, на них полез. С ружья надо было их гасить, блин. Ладно, еще попытка. Да как-то и укрытие надо найти, блин. А то стою на дороге. Стой, погоди, чуваки, блин. Какое у нас тут ружьишко-то нормальное. Чё это, блин? А чё это ты без патронов? А-а-а, он с жиканом стреляет, что ли? Чё, не понял, два разных ружья? Да нет, у меня ни денег, ни артефактов! Это бандиты, помоги! Спасибо! Светило! Блядь! Не-не-не-не-не, не так надо это все делать, блядь. Блин, жесть какая-то. Как же их замочить, блин? Гранату не кинешь ведь. В бошку надо стрелять, как иначе. Ты чё, козёл, не врубаешься? Да нет, у меня ни денег, ни артефактов.
Да блин, аптечку, блин, не успел выпить, грёбаный кибастоз, блин. Сколько можно, блин? Тут просто жестко валят сразу, все, блин. Ты сразу тут и кровью истекаешь, и всем подряд. Блять, падла. Блять, они его убили. Чувак, блин, ты чё, ёкарный бабай? Ну не знаю даже, что делать. Ох, не знаю я, что делать, ребята. Дай-ка они его валят сразу, и все, блин. Ладно. Давайте продолжим уже в следующий раз. Я, может быть, попробую парня спасти. Получится, получится, нет, нет. Вот. А на сегодня у меня все. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока и удачи.